4 ноября в Чебоксарах состоялся и второй республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России». Край многоликий, край многогранный – все это чуваши. Увидеть многообразие национальных культур и традиций можно здесь, в Театре оперы и балета. «Единая семья народов России» – так называется фестиваль, который проходит в Чебоксарах уже во второй раз. Самобытность, история, колорит. Все смешалось в едином калейдоскопе. Татары и мордва, марийцы и азербайджанцы – национальности, которые населяют Чувашию десятки. В День народного единства все они собрались на свой фестиваль. Праздника! В экспозициях представлены народные костюмы, ремесла и даже кухня. Что такое каймак, шартан и патыр? Можно не только узнать, но и попробовать. Кроме этого, каждый коллектив-участник фестиваля привез в Чебоксары большую программу. Именно в этот праздник, вот сюда, в это место, сегодня съехались те люди, которым дорого ихняя культура, ихние традиции, которые не забывают свои корни. Очень много народа проживает в нашей республике, и мы этим гордимся, что мы, мордва, живем в Чувашской республике и сохраняем наши традиции и не забываем чувашские традиции. В этом году в фестивале принимают участие более 1000 человек, которые представляют 8 народностей. Всех их объединяет одно – Чувашия стала для них вторым домом. Общаются все они на одном языке – языке искусства. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, толерантность, равноправие и единство – эти понятия всегда актуальны. Они лежат в основе развития гражданского общества. Наша сила в духовном богатстве и единстве многонационального народа. Только доверительные отношения между народами, любовь к нашей великой родине являются залогом могущества и процветания России. Огромный вклад в укрепление межэтнических отношений вносят культурные общины. Благодаря совместным усилиям властей республики и национальных центров в Чувашии, в мире и согласии живут представители более 100 различных народностей.